Екатеринбургская городская дума обновила свой состав. Сегодня мандат получила глава управления пенсионного фонда по Верхесецкому району Ира Овчинникова. Она заняла место Ларисы Феечиной, ставшей депутатом Государственной думы. Напомню, Лариса Феечина досрочно сложила с себя полномочия еще в середине апреля из-за перехода на работу в Нижнюю палату российского парламента. Фракция единороссов выдвинула на ее место депутата со стажем Иру Овчинникову. Она работала в Думе трех созывов, а сейчас возглавляет районное управление пенсионного фонда. Кандидатуру пытались оспорить через суд, однако он признал законность решения о передаче мандата. Новоиспеченный депутат пока находится в отпуске, но в начале сезона приступит к своим обязанностям.